Всем привет, это видеоурок по трюку псевдосоник. Вот так он выглядит. Похож очень на Sony Clip, ну, только разница между Sony Clip, он тут, конечно, слот 1.2, а тут в 2.3. Итак, это то же самое, как Sony Clip идет, ну или как начало Соника. Убирается палец ближе к ладони. Делается один чаш, и сразу палец возвращается на место. Вот так вот. Чаш и возвращается. Вот и все. Всем удачи.